снимается камера. Давай, пошел. Я снимаю. Не бойся. Давай, давай, Мишка, давай. Да просто что забоялся, не надо бояться. Давай. Давай. Та не бойтеся, главное ноги тримать разом и все. Давай, кто там ще? Давай. Я ж знімаю для дружини, давай. Просто ноги держи разом. Ова! Молодец! Нормально выкинула? Просто вроде бы разнимал. Ну ты что, такое ощущение, кажется, херня подкинула из-за того, что гора уходит вниз. А коли... так дуже багато, да? А коли на настоящем трамплине я выскочу, типа со второго этажа падаешь, это просто охренеть. Я меня не выкинуло, просто нема куда приземляться. Але если вот такую штуку, ну, пройдешь через себя, тебе потом любой горбок. Ну что, трошки выкинуло меня? Ну тебе скажу, таке ощущение. Я походу там тебе засняв. Чуєш? Ну таке ощущение, таке хоба і землі нема, знаєш так. І главное просто ноги держать разом і все. Якщо там вийшло, я не мог. А ти їх просто назад почав присідати. Чекану. Ну ощущение офігенне. Блять. Походу це не спів. Ну заразу, ну в польоті, блядь. Як кутка, блядь. Я ж продовжую знімати, поїхав.